Привет, ребят, все пасхалки в Чикенгане. Да, вы, наверное, уже увидели мои новые золотые крылья. И это мой новый скин. Можете посмотреть, ранее было вот такое вот. Вот, значит. Ой, вот первый скин. Вот как мы видим, что здесь у нас. Это мой самый последний скин. Ботинки, которые никогда не менялись. Крылья. Да, золотые. Я их решил примерить. Но раньше у меня были другие. Хорошо. Тоже золотые, но только старые. Следующая. И новая корона. Да, у меня была... Мне она больше всего понравилась. Но очки. И ботинки я, наверное, никогда не менял. Только во время революции. Как революция? Какой революции вообще? Я их вообще никогда не менял. Только во время моего этого... Паразита. Странного паразита. Да, это паразит. Короче. Дальше. И вот такая одежда. Следующий скрин. И вот мой следующий скин. Как мы видим, ну как Дедшул М4. Вот мои старые очки. И вообще я сильно изменился. Поменялось. Раньше у меня было. Смотрите, что у меня было раньше. У меня корона была раньше. Корона. Корона раньше была. Короче, корона. Вот такая вот корона. Но, а еще вы заметили, у меня вообще другая одежда. И много чего поменялось. А, точно. У меня не было крыльев. Я не просто не хотел крыльев. И поэтому я их пока что... Ой, я этот челик не знал, что у него была вторая партия крыльев. Следующий скин. Так, ребята, следующий скин это вот. Ну, тут понятно, что поменялось хорошенько. Во-первых, тут ничего почти не поменялось, кроме очков. Да, здесь поменялись очки. Следующий скин. Вот он, скинчик. И уже здесь началась революция в киборга. Да, мы видим, что уже у меня кот Хуан. Да, я заражаюсь им. Ну как, сейчас я не заражаюсь им, но... И, кстати, я поменял карту, где именно он впервые появился. Нет, никогда его добавили в пасхалку, а вот здесь, он там. Помните же мое видео на 40, на 30 там подписчиков или на 40 подписчиков я снял отдельное видео. И, короче, по-моему, там где-то появился у нас Котярыч Хуан, да, именно он. Следующий скин. Нет, я только свои буду. Если вы скажете, что это идея Журы. По идее, да, но... Да, так, если считать, что это идея Журы. Ай, ладно. Но тут я говорю про свои скины. А не про... Он про свой Катим. У меня Катим... Я не буду говорить про свой костюм. Он состоит всего лишь из трех человек. Сейчас... Ладно, я вам и так много показал. Так, сейчас мы будем играть с мадам. Какой дебил. А пусть он здесь лежит. Это вообще имба. Иди, дебил. Пусть он вообще здесь лежит. Это имба. Иди, проклятый! Иди, проклятый! Нет.
Там уже хорошо спрятать чемодан. Ребята. Откуда у меня? Короче, сейчас я много вещей себе наберу. Всякого-нибудь лука. Они пытаются снять. Оставлю свой лук здесь и кинуть. Так, мы же побеждали. Нет, я еще не побеждаю. Здравствуйте, полегал, какой. Портфель я уже. Да. Чувак, иди ко мне. Алло. Алло. Быстрей. Что здесь? Могу сказать. Короче, смотрите. Вот он, крыса! Это будет бесконечная битва. Так, короче, посмотрите, как мы будем собираться. Вот пока этот там поджигает, ну вот так. Еще холодный заяц, я ласковый мизу. Давай, 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 давай. Блин! А что вы мне не помогаете, дебилу? Вы хоть что-то умеете? Кроме того, вон я сам забегаю. И всех мочу. Так, сейчас так со снайпы всех вынесу. На! На! Я понял. Блин. На! На! Иди сюда. На! Читер! Это читер, ребят. Потому что у него красный скин. А его получить невозможно. Я не знаю, как. Меня задолбало, короче, не думаю.
Короче, решил в закладку бомбы поиграть. Давай. У нас как раз кто? Я порося. На-н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 а. А что здесь все со снайперами ходят? Где бомба? Где бомба? Где бомба? Где сейчас бомба? О, блин. Беру бомбу на себя. Я пошел на Б, я пошел на Б. Бля, ну нафиг, я пошел на А, я пошел на Б. Ой, так. Блин, бомбы даже никого нет. Дайте мне бомбу, дебил. Все. Установим. Так понял я, что тебе надо. Где бомба? А, бомба у меня. Слушай, бомба не у меня. Отлично. Пошли на А, что ли? Ну, надо, наверное, на Б, да? Один в коробочку залез, один плентил. Когда ты покажешь свое лицо? Ну да ладно. Да пошел! Боже, я никогда не буду за лайк, потому что он... Конечно, блин. Мои тиммейты самые тупые в мире. Я не знаю, как их назвать. Где бомба? У кого бомба? Дайте мне, дебилы. Как можно просрать? Давай. Почему моя... Я так и знал. Боже, моя команда самая тупая в мире. Еще раз. Еще раз. Потому что тут... Там не мне. Мне. Как ее забрать? А как... А что с бомбой? Что это такое? Это те же игроки. Как же меня бесит это. Сейчас? Я сейчас вам скажу, вот, что было. Что это такое? Что это? Мои тиммейты безголовые. Ну, безголовые, понимаешь? Не, всегда я попадаю, знаете, в какую тиму? Тупую! Вот! Пытаюсь вроде выиграть. Пытаюсь. Хорошо получается. Но тут это! Тут мой тупой тиммейт что-то делает. Боже, я надеюсь, мы выиграем. Есть! Наконец! Все, ребята, мы прошли этот режим. Следующий режим захват флага.